Вы смотрите канал «Секрет мастера». Сегодня рассмотрим простую и смешную самоделку. Приобретенный в прошлом веке видеомодуль за 12 дойчмарок остался без дела. Вот он. Решено было его встроить вот в такой корпус от вольтметра, чтобы защитить от внешнего воздействия. Стекло вольтметра еще в совдепии, очень хорошее. Модуль был встроен в крышку скворечника. И сам скворечник, вот он, подробности его изготовления представлены на сайте «Секрет мастера». Смотрим. Смотрим дом 2. Это второе семейство синиц в этом скворечнике. К сожалению, всего 3 птенца почему-то. Обычно где-то 6 до 7 даже бывает. Мамашка кормит своих 3 птенцов. Достанется всем. Смотрите до конца. О, о, как надо кормить. Смотрите. В итоге куколка досталась самому маленькому птенцу. Не забывайте подписываться на канал «Секрет мастера». Подробности смотрите на сайте секретмастера.ру. Смотрите другие поделки.